Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас в обзоре лапша «Китайские традиции» со вкусом острой говядины. Но видите, мы немножко не успели купить старую пачку, она уже в новой. А раньше была изображена такая злая корова, наверное, бычок красный такой вообще, недобрый. Но сейчас они почему-то сделали такой дизайн, хотя, мне кажется, старый все-таки был покруче. Так, вскрываем нашу большую коробочку. О-о-о-о. Тут, смотрите, значит, основа овощная, вилы, ну, очень хорошего качества, это молодцы они, ребятки. Вот, это основа бычка и, собственно, сама суповая основа, ну, обычная лапша. Засыпаем все, добро. Вот. У нас уже вилок этих целая коллекция, можно гостей созывать. Ты ниже опускай, чтобы не летело. На песок, блядь, похоже. Представляете, если они песка туда ебанули? Это ж вообще будет жопа. Стоит эта херня, кстати, около 100 рублей. Видимо, из-за упаковки. Конкретно у нас. Ну, довольно-таки вкусная. Вообще, вот мы ели куриные, ели просто говяжий. Все очень супер. Ну, вот сейчас будем пробовать остренькое. Вообще, я люблю остренькое. Как оно там будет? Ну, в общем, ребятки, выдавливаем все это дело. И заливаем кипяточком. Похоже на джем вишневый. Прям на эту штуку лей, да? Все, хватит, хватит по отметочку. Вот. Сейчас все это добро запарится. И будет купаижи вкусно. Да, оно все развалится. Что-то, ну, кстати, вода как цвет сразу поменяла. Стала красная, как лава, блядь. Все, ждем. Итак, братва. Это наш говяжий. Посмотрите, красный. Как будто, блядь, здесь куча проводов лежит. Смотрите, вермишель как-то странно заварилась. Вообще такое вот. Она не стала супер толстой, блядь. Такой же тонкой и осталась. Интересно, блядь, интересно. Вот в других, там в курином, блядь, в овощном, в обычном говяжьем, там лапша как бы разбухала. А здесь, видите, как-то, блядь, как-то вот, блядь, непонятно. Ой, пробуем. Ой. Ой. Нихуя. Острая, блядь. Так, знаете как, наверное, чуть-чуть сильнее красного доширака. Не совсем задница, но чувствуется как хорошо. Конечно, не сомянги, блядь. Хотя, до конца я еще не съел. И пробуем сейчас эту, самые эти провода, блядь. Нормально запарилось. Все не сырое. Короче, сейчас употреблю эту массу острую и все вам в конце расскажу. Все, сожрал я, осилил этот горящий коровий вкус, блядь. Острая, ну, я же говорю, вот перец весь осел на низ и в конце был пиздец. Что-то между красным чанрамином и красным дошираком. То есть сильнее доширака, ну, чуть слабее чанрамина все-таки. Ну, так скажем, в пот бросило, блядь. Тоже порция большая, в принципе, все вкусно, приправы тут все нормально, лапша, да все заебись, блядь, что тут говорить. Фирма сама по себе пока что не подводит, хотя у них маловато вкусов, я что-нибудь посоветовал им сделать с грибами или сырное что-нибудь, было бы очень интересно. Ну, а так, в целом, покупайте, около 100 рублей, в принципе, похавать на обед вам зайдет только так. Все, ребята, блядь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и до скорых встреч.